Ну, перекос. Как такой матч сегодня, что можно сказать по игре? Ну, выиграли, долго не играли, перерыв был. Хорошо, как бы, то, что выиграли, важная победа. Сейчас надо входить опять в ринг, побеждать дальше. Потихоньку, как сказать, после твоей травмы, как ты себя чувствуешь? Да, хорошо, фу-фу-фу, как бы, нормально, втягиваюсь потихоньку. Все равно где-то тяжеловато, но через игры я наберу форму, и все нормально будет. В перерыве на Эвертур что отрабатывали конкретно? Да как бы ничего нового, что и в сезоне на тренировках так же и на перерыве отрабатывали. То же самое, в принципе, упражнений ничего специфического не было. Работали, главное, старались, требовали скорости и готовились к этому матчу. Дубровского как-то поздравили отдельно с первой шайбой? Да, но это же в КХЛ не первая шайба. Так. Ну, просто после возвращения. Не, ну, там за 3 года да первого. Нет, как бы не поздравили что-то. Рабочий такой момент, да? Да, молодчик все забил. Красавец. Спасибо.